Всем огромный привет и доброго дня. У нас пятница. Как же мы любим пятницы, потому что сегодня у нас в прямом эфире программа «Тема дня по пятницам». Тема дня сегодня Family Lab и новинки 2020. Меня зовут Татьяна Ларина, а моя соведущая Светлана Никифорова. Привет. Привет. У нас сегодня в гостях очень очаровательные женщины, представители Family Lab, генеральный директор, создатель центра Алена Козырева. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Светлана Сулайн, руководитель проекта «Забота о клиенте». Добрый день. А значит, сегодня о заботе тоже непременно поговорим. И Оксана Борькова, ведущий косметолог, СПА-координатор, врач-консультант. Оксана, добрый день. Добрый день. А значит, и о здоровье, и о красоте, и их сочетании. Друзья, хочется сразу же вам сообщить приятнейшую новость. У нас подарки в студии. Если вы посмотрите на столе, подарки от Family Lab. У вас есть возможность их выиграть в самое ближайшее время. Если будете внимательно слушать эфир и дозвонитесь по телефону 300-190, код города Твери 4822. Первый дозвонившийся получает приз от Family Lab и тот, кто задаст самый интересный вопрос нашим гостям. Еще раз. 300-190. Звоните, участвуйте, побеждайте. Ну что, начнем? Начнем сначала. Начнем сначала. И начнем про новинки, которые Family Lab приготовил нашим жителям, и не только жителям Твери, но и области, а может быть и гостям, в 2020 году. Очень интересная цифра – 2020. Вот прям есть 10-10 в десятку, да, а тут 2020. Хочется поговорить о новинках, но сначала хочется поговорить, как родилось Family Lab, как родился центр, с чего все началось. Алена, расскажите, как давно вы у нас? Как вот, ну, такое ощущение, что вы всю жизнь, ну, все-таки было начало. Конечно. Добрый день, друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители. Но начать я хотела бы с того, вот кто сидит рядом со мной. Вот радиослушатели не видят, для них специально сообщу. Рядом со мной игрушка. Мышка или крысенок, вот мышь. Не знаю, кто это. Белая? Да. Белая мышь. И пушистая. Наполненная сладостями. И это абсолютно не случайно, то, что этот мышонок сегодня здесь. И он здесь по многим причинам. Ну, первое, когда мы с вами видим игрушку, о ком мы думаем? Ну, конечно же, о детях. Ну да. И в нашем клубе в этом году, и в конце этого года, и в начале следующего, и весь целый год следующий, очень много новинок для детей. Угу. И об этом мы скажем позже. А второй момент, значит, ну, 2020, как вы уже сказали, угу. По китайскому календарю, это год мыши или крысы. Угу. Вот, соответственно, опять же, в связи с этим эта игрушка здесь. Ну и третье, я хотела бы Светлану и Татьяну поблагодарить за то, что нас пригласили в студию, и тем более в конце рабочей недели, это очень здорово, и в знак душевной благодарности подарить вам этого мышонка, чтобы он приносил вам удачу весь следующий хороший, год да. И сопутствовал вам. То есть это будет талисман нашей программы? Это наш талисман, он будет сидеть перед нами. Я думаю, что мы будем его каждый раз на каждую программу брать, чтобы он как бы нам помогал, способствовал. Ой, я прям даже за хвостик. А я даже представила, что это наш теперь третий соведущий. Ты не против? Нет, я согласна. Так что соведущий у нас вот такой. Белый пушистый. Сладкий, да, с подарками. Итак, об истории. Да, об истории, как родилось Family Lab, как родилась сама идея. Немного расскажу об этом. Ну, сама идея начала, так скажем, образовываться в 2015 году. Естественно, когда возникла у меня мысль создать какую-то новую бизнес-идею, я первым делом что сделала? Ну, обратила свой взор вокруг себя, и, чтобы понять, какая ниша еще не занята. Естественно, любой человек, который хочет создать что-то новое, хочет занять ту нишу, которая, в общем-то, еще не занята, либо мало занята на той конкретной территории, где это создается. Так вот, посмотрев вокруг на все, что уже на тот момент присутствовало в Твери, я первое, что поняла, что СПА в полном смысле этого слова в городе нет. То есть были представлены отдельными блоками услуги или отдельные услуги при медицинских центрах, салонах красоты, фитнес-клубах.
Но чтобы заведение называлось СПА, и в нем присутствовал целый спектр услуг СПА, таких на тот момент не было. Отсюда я поняла, что, значит, так как, в общем-то, в мире эта индустрия развивается очень хорошо, что неплохо было бы сделать ее и для жителей Твери. Дальше я подумала, а для кого же будет этот клуб? И тут, в общем-то, пришла такая мысль, что, опять же, в нашем городе, в нем, ну, на тот момент уже и сейчас все это и давно существуют театры, кинотеатры, очень много было на тот момент уже ресторанов. А вот так, чтобы прийти с семьей где-то даже на полный день, отдохнуть, при этом не расставаясь, то есть женщины могли поухаживать за собой, мужчины могли позаниматься спортом, попариться в русской бане с вениками. Дети могли оздоровиться в соляной комнате под искусственным нашим солнцем безвредным. Таких мест тоже не было, в общем-то. Ну и плюс они все вместе, это семейный отдых получается, да, это объединение семьи. Конечно, при этом они не расстаются, вместе. Вот, поэтому я решила, что это будет семейный клуб, что это будет семейный клуб, и услуги будут для абсолютно всех членов семьи, независимо от возраста. Вот. Также я провела небольшой опрос такой, ну, даже можно сказать, большой опрос, так как знакомых у меня много не только в Твери, а по всей России, можно сказать, и за границей. Вот среди своих знакомых друзей я их спросила, а где бы вы проводили выходные, если бы у вас были все возможности? То есть были бы финансовые возможности, время, и вот куда бы вы хотели отправляться на выходные? И вы знаете, большинство ответили уехать куда-то. И многие из людей сказали именно на море уехать, да? Соответственно, сменить обстановку. Многие хотят выходные дни подышать морским воздухом, либо горным воздухом, оздоровиться, прийти, так скажем, восстановиться или, может быть, обнулиться, да, и вернуться к рабочей неделе обратно, как говорится, снова в бой. Да. То есть меня это подтолкнуло на мысль о концепции клуба. То есть я решила, что раз многие этого хотят, но многие не могут себе позволить, а почему бы не сделать в центре города Твери что-то подобное курорту, морскому курорту. То есть такой островок здоровья. Островок здоровья, да. Островок релакса и именно курортного отдыха, да. То есть многие компоненты наших услуг, они присутствуют на любом хорошем фешенебельном курорте. Но еще что немаловажно, что можно прийти с детьми. Да. Всей то семьей, есть, это всей объединяет. Семьей, да, то есть объединение, сплочение, да. То есть это важно очень. Ну, также тенденция это давно уже, мы же живем в век скоростей, да, и нам всегда не хватает времени, мы должны и работать, мы должны и уделить время своей семье, и детям, и женщины обязаны за собой следить еще к тому же, ходить к косметологам, там, салоны красоты. Кто-то за мужем следит, да, за семьей. Следить за здоровьем всей семьи, ну, где на все взять время, да? А наш клуб объединяет все эти возможности, можно побыть с семьей в выходные, позаниматься здоровьем семьи, своей внешностью, да, и, в общем-то, все представлено. То есть, как говорится, оздоровить себя, женщину любимую, да, еще оздоровить всю семью. Конечно. Получается, что мы приходим и можем целый день у вас провести, да? И даже больше. Даже... И там же можно и вкусно поесть, расслабиться, отдохнуть, стать более здоровым, конечно, более счастливым. Конечно, и подышать морским воздухом, и принять морские ванны. Ну, естественно, чего у нас точно нет, это настоящего моря. Зато наши партнеры, компания «Фитомер», с кем мы сотрудничаем с момента. И кто сегодня получит подарок. Да, 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 от кого сегодня представлены эти подарки в том числе. Значит, они нам дали такую возможность, чтобы мы своих клиентов погружали в морские ванны. У них абсолютно натуральные компоненты используются в этой косметике. Это французская французский косметический бренд. Собственные водоросли выращиваются. Были мы на этой фабрике вот с Оксаной как раз в разное время, но нас приглашали. И действительно, косметика абсолютно натуральная. Производится в провинции Бретонь во Франции. И с помощью их солей мы делаем такие ванны. У нас и ванна Клеопатра, и много-много еще услуг с применением этой косметики.
в различных спа-процедурах и по лицу, и по телу. Вот раз мы коснулись как раз вопроса призов, сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, а после этого будем принимать звонки от наших слушателей. Звоните по телефону 300-190, очень хорошие подарки от спа-центра Family Lab и партнеров. Сегодня вас ждут прекрасные новогодние и предновогодние подарки. 300-190, звоните. Не упустите. Это программа «Тема дня по пятницам». Мы сегодня в студии с моей соведущей Светланой Никифоровой. Меня зовут Татьяна Ларина. И у нас сегодня в гостях Family Lab, семейный центр и его руководитель, создатель, генеральный директор Алена Козырева, а также Светлана Сулайн, руководитель проекта «Забота о клиенте», и Оксана Борькова, ведущий косметолог, спа-координатор и врач-консультант. Со всеми из этих прекрасных женщин мы сегодня поговорим и обсудим их направление деятельности, также разыграем призы. 300-190 наш номер телефона, номер прямого эфира. И сейчас мне бы как раз хотелось узнать о проекте «Забота о клиенте». Светлана, что это за проект? Добрый день всем. Да, действительно, название очень уникальное. Расскажу, что за проект и почему именно так мы называемся. Наверное, привычно более слышать это отдел продаж, отдел работы с клиентами. Но для нас, люди, которые приходят в наш комплекс, это не просто клиенты, это наши гости. Uh-huh. И наша задача сделать так, чтобы они хотели к нам вернуться, чтобы пребывание их в нашем комплексе было максимально комфортным. Мы сопровождаем их на пути достижения их целей и задач. Иначе как заботу это назвать нельзя. Отсюда родилось это название, приятное такое. Да, да, очень, очень интересное. Да, согласна. Соответственно, наши гости, которые приходят к нам в клуб, тоже понимают, что здесь их ждет уже максимальная забота и комфорт. Мы обязательно продолжим сейчас тему заботы, но прежде позаботимся о нашем дозвонившемся слушателе, который, наверное, хочет получить приз от Family Lab. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Анна. Анна, вот вы слушаете сегодня программу, вы знали о том, что ждет приз первого дозвонившегося, верно? Да, все верно. Ну так мы поздравляем вас, и не только с пятницей, но и с тем, что вы сегодня первый победитель. И это говорит о том, что нужно звонить. Спасибо. Сейчас подарок. Так, Анна, ну как у вас настроение пятничное? Отлично, предвыходное. Вы уже бывали в Family Lab? Нет, поэтому и звоню, очень хотелось бы поинтересоваться. Бытует такое мнение, то, что очень высокие цены в клубе, то, что абонементы на посещение зала либо бассейна порядка 200 тысяч стоят. И вот хотелось бы узнать поподробнее, действительно ли это так? Ну-ка, не кладите трубочку. Спасибо за вопрос. Так, Анна, ну, в первую очередь хочу сказать, как первый дозвонившийся вам сегодня приз от компании нашего партнера, компании «Фитомер». Это французский бренд косметики, и от них приз, бестселлер этой линии. Это розовая вода, уникальный тоник, не содержащий спирта, подходит для любого типа кожи и очень хорошо очищает и увлажняет. Поздравляем вас. Замечательный подарок. Спасибо. Женщина. Да. Ну вот. Что касается цен. Ну, здесь я хочу опровергнуть вот эти мифы, да, Family Lab. Угу. И с самого начала это как-то повелось, но на самом деле это абсолютно не так. Ну, просто просто-напросто потому, что не прожили бы мы уже почти 4,5 года, да, на этом рынке Тверском, если бы наши цены в разы превышали наших конкурентов, прямых и косвенных конкурентов. Поэтому мы абсолютно в Тверском рынке находимся. Наши услуги гораздо дешевле, чем, скажем, в Москве и в Санкт-Петербурге. И именно поэтому многие гости у нас оттуда, так как мы недалеко находимся от Москвы, очень многие к нам приезжают за услугами косметологов, салона красоты, так как цены у нас абсолютно тверские. Абонементы начинаются от 2000 в месяц, на зал, бассейн и так далее. То есть семейные абонементы. Кстати, о семейных абонементах. Об этом, наверное, все равно, о планах мы чуть позже, но тем не менее уже сейчас хочу оговориться. Да, с 1 декабря у нас стартует акция для семей. Дорогие наши семьи, приходите, не упустите ваш шанс. Кроме того, вы еще получите возможность в следующем году окунуться в уникальный мир путешествия, о котором я скажу позже.
у нас в декабре акция, ну, таким условным названием, так скажем, семья, ну, то есть мы все едины, да, ну, мы пока не придумали точного названия, тем не менее, в чем заключается акция? То есть семейные предложения будут по стоимости индивидуальных. Семейные абонементы будут стоить на троих так же, как абонемент на одного человека. Это касается и фитнес-блока, и бассейна, и совмещения того и другого. Также гостевые посещения семей тоже будут по специальным ценам. И вообще очень-очень много сюрпризов и специальных предложений именно для семей и для детей. Об этом мы еще скажем чуть-чуть попозже. Заманчиво. Для праздничного настроения такого новогоднего. Кстати, Новый год-то уже не за горами. И вот хотелось бы также Светлане задать вопрос, а включает ли проект «Забота о клиенте» и вообще концепция заботы в клубе Family Lab, включает ли вот какое-то создание новогоднего настроения у ваших клиентов? Конечно. Во-первых, хочу сказать, что Family Lab – это семейный морской курорт в центре города без высы авиаперелетов. Сама концепция говорит о том, что это уже состояние с праздника, да, состояние отдыха у наших гостей. Мы дарим возможность жителям средней полосы отдыха, восстановления, оздоровления, активизации жизненных сил и энергии. У нас в арсенале порядка 150 видов услуг, среди которых каждый найдет что-то для себя, по душе, для каждого возраста. То есть мы не обозначаем и не делаем никаких планок, что то есть только такой возраст. Крайне каких-то рамок никаких нет, с любого возраста. У нас начинают заниматься уже даже с малышами с одного года. Представляете, поэтому к нам можно прийти уже вот совсем самыми маленькими гостями, мы даже для них найдем, чем мы их можем порадовать, чем мы их можем занять. Если говорить об услугах вкратце, да, могу рассказать, что за блоки у нас такие представлены. Family Lab, самый такой большой, обширный блок, это блок косметологии. Косметология по лицу, эстетическая, инъекционная косметология, просто консультация врачей-косметологов, на которых можно подобрать лечебную либо уходовую процедуру, исходя из показаний, замечательные наши врачи-специалисты проконсультируют и все подберут. Индивидуально. Индивидуально, конечно, да. У нас с учетом программа. Типа, возраста, да, особенностей. Да. Да, несомненно. Если говорить о бьюти-направлении, то, конечно, это салон красоты. Очень актуальный вопрос, да, в преддверии Нового года, любых праздников. Это стрижки, лечение, окрашивание волос, маникюр, педикюр, который делается как королевский уход, у нас так называется, потому что делается одновременно педикюр и маникюр в четыре руки. Это существенно экономит время наших гостей. Это интересно. Да, особенно в современном ритме жизни, несомненно, это вопрос очень актуальный. И фитнес-направление тоже актуальный вопрос, очень популярный в наше время. Новейшее фитнес-оборудование, все тренажеры, которые представлены, их даже оценили уже спортсмены на уровне всей страны, и отзывы можно посмотреть в наших социальных сетях, на нашем сайте тоже все есть. СПА-блок – огромный комплекс услуг, где можно воспользоваться разово процедурами, можно воспользоваться уже комплексными СПА-программами, где представлены массажи, пилинги, обертывания, чайные церемонии шикарные, да, которые тоже, можно говорить, уже в преддверии 2020 года будут уникальными, индивидуальными, подстроены под нашу концепцию. Но об этом скажем чуть позднее. Вот прям чувствуется эта искренняя забота, важнейшая составляющая работы с людьми, я бы сказала, в любом деле, и уже хочется вот взять, пойти отдохнуть в Family Lab, честно. С какого времени, с какого часа вы начинаете и до какого часа вы работаете, чтобы вот такое удовольствие получить? Вот уже хочется прям встать и прям прийти к вам. Ну, мы вас ждем. Спасибо, с удовольствием. Мы начинаем работы с 8:30 утра и до 22:30 по будням, и с 9 утра до 22:30 по выходным. Очень удобно, после работы можно. Да, кроме того, уже в выходные, которые новогодние каникулы близятся, мы начинаем работать со 2 января, поэтому всем ждем к нам в гости. То есть можно уже, в принципе, начинать оздоравливаться уже... Даже прям с сегодняшнего дня можно встать и уже пойти к вам и не заканчивать. Напомните, пожалуйста, а где вы находитесь, ваш адрес? Мы находимся на Крылова, 16. Это центр города, очень удобная транспортная развязка. Вблизи находятся очень многие знакомые всем здания предприятий, по которым можно сориентироваться, нас легко найти. А как можно просто вот взять и прийти или надо по записи? Есть услуги, которые у нас проходят по записи, несомненно, где задействованы специалисты. Есть абонемент.
конкретной системы. Но если говорить об условиях посещения, у нас есть разные варианты. Uh-huh. Да? У нас есть абонементная система посещения, у нас есть депозитная система посещения, и у нас есть система посещения разовая. То есть, опять же, бытует мнение, что к нам могут прийти люди только те, которые имеют абонемент. Нет, к нам uh-huh. может прийти абсолютно любой гость и воспользоваться услугой единоразово. А может клиент, гость ваш, прийти разово, не покупая абонемент? То есть вот постоянно ходить и платить разово? Да, есть конечно. Такая, то есть возможность, да? То есть, нет, то есть в некоторых клубах есть как гостевой, раз попробовал, а потом покупают уже абонемент. У вас такого нет? У нас есть гостевое посещение, вы правильно сказали, uh-huh. но у нас так и называется гостевое посещение. Uh-huh. А включает в себя уже комплекс услуг. Это бассейн, джакузи, финская сауна, хамам, тренажерный зал, уже все включено в это посещение. Есть детское посещение, есть взрослое, то есть формат семейный uh-huh. формат, да, если мы говорим по времени году. Сколько это? 3.5 часа. Uh-huh. Uh-huh. Времени достаточно, чтобы воспользоваться всеми услугами в полном объеме. Да. Я дополню чуть-чуть, да, Светлану. Да. А, значит, по поводу, можно ли прийти, не имея абонемент. Да, совершенно верно. Светлана сказала, что любая услуга может быть оказана просто разово, угу. да, и несколько раз, так скажем, да, по желанию. А, соответственно, всем гостям нашим и потенциальным гостям я рекомендую просто прийти сначала угу. к нам на экскурсию, или у нас это называется спа-тур, uh-huh. чтобы специалисты наши и работники клиентской службы рассказали uh-huh. все о клубе, показали, и тогда уже сделать для себя какой-то выбор. Либо можно приходить записываться на отдельную какую-то uh-huh. услугу и делать только ее, либо можно приобрести абонемент, можно приобрести комплекс одной и той же uh-huh. услуги. Но самая выгодная форма, которую многие из наших гостей выбирают, это форма депозитная. Uh-huh. Эта форма подразумевает оформление депозита, который можно расходовать абсолютно любые услуги, uh-huh. и там идут существенные бонусы для гостей. То есть экономия до 25%. Какая-то есть стартовая сумма внесения на депозит? На сегодняшний день это 50 тысяч рублей, uh-huh. ее можно потратить в течение года, и не только самому человеку, uh-huh. который оформил, но и всем членам семьи, угу. всем знакомым, при том, что человек называет кодовое слово, заранее оговоренное, угу. да, оформившим депозит, может воспользоваться абсолютно любой. Кроме того, из этого депозита могут быть оплачены и подарочные сертификаты угу. к любому празднику, и даже наши апартаменты, и обед или ужин в нашем ресторане. Очень все что угодно. Да, это самое выгодное, на да. самом деле. Ну, еще больше праздничного настроения желаем мы нашим слушателям, телезрителям. И мы сегодня также наш белый пушистый мышь друг, напоминает о том, что у нас есть подарки, у нас есть призы, телефонные звонки. Мы, наши замечательные помощники, принимают сегодня звоночки по телефону 300-190. Мы выбираем вопрос, который больше всего понравится нашим сегодняшним гостям. И вот звоночек есть. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Как вас зовут? Меня Екатерина. Екатерина, были ли вы в центре Family Lab? Нет, я не была в центре Family Lab, мне бы очень было интересно узнать, могу ли я посетить клуб разово, не являясь там клиентом, членом этого клуба. Так. Могу я как-то вот просто прийти и приобрести услугу? Повторим информацию для тех, кто... Может быть, только настроился. Да. Видимо, да, пока Екатерина дозванивалась до нас, мы уже озвучили эту тему как раз. Угу. Но Светлана, наверное, повторит да. сейчас специально да, для Екатерины. Для Екатерины, для всех наших слушателей, телезрителей, мы еще раз повторим информацию. Действительно, можно посетить нас разово посетить какую-то услугу, разово посетить наш комплекс в формате гостевого посещения. Пожалуйста, это все доступно. Записаться на любую услугу можно по телефону 57-57-11. Прекрасно. И почувствовать ту самую гармонию души и тела. Кстати, возможно ли ее достичь, вот этой гармонии? Конечно. Посещай Family Lab, однозначно могу вам сказать ответ, что это возможно, достичь этой гармонии. Ну, да, как говорится, Москва слезам не верит, поэтому приглашаю еще раз к нам самим убедиться. Очень, да, да, действительно очень качественный отдых.
удовлетворение обязательно получите. Мастера, которые у нас работают, и специалисты, они высокого уровня квалификации и сделают ваш отдых в нашем клубе просто незабываемым. Ну, очень интересное предложение спа-экскурсия, да, где можно прийти и все попробовать. Спа-тур. Спа-тур, да, который можно подобрать, что-то интересное для себя и уже понять, нужно, не нужно какую-то процедуру. Плюс специалисты по косметике, косметологи, которые могут посоветовать, да, что-то конечно, интересное, конечно. Какие-то наработочки, фишки, да. То есть, а когда приходит к вам клиент, вы на что в первую очередь обращаете внимание? Ну, тип кожи, цвет волос, ну, не знаю, какие-то его характеристики. Что посоветуете? Почему вот именно к вам нужно прийти, как к косметологии, и сделать какие-то процедуры? Ну, обращаем внимание прежде всего. Это очень важно. Выявляем противопоказания. Угу. Это обязательно, потому что самое главное – не навредить. Это даже проходит какой-то тест? В рамках консультации. Разговор с врачом, задаем вопросы и выявляем. Ну и, соответственно, опять же, в рамках консультации рекомендуем те или иные услуги. И, ну, все, должна сказать, что у нас все индивидуально. Каждому нашему гостю свой подход. По-любому, когда ты приходишь и чувствуешь вот этот индивидуальную заинтересованность в тебе, как в клиенте, да, и в первую очередь желание помочь клиенту, да, да. И это всегда возвращает клиента назад. Конечно. Да? Тем более, конечно. Если клиент чувствует и видит результат, ну, затраченных средств, времени, да, то есть это всегда очень как бы, вот, качественно, ценно, и люблю такое слово, всегда вкусно, да, то есть аппетитно. Да, когда, да? А вот что такое интересное, вот есть у вас, наверняка наши слушатели сейчас скажут, вот Новый год в преддверии, хочется вот такую экстраординарную какую-то процедуру, чтобы вот я раз и все, и больше ничего не делаю. Вот что-то можете такое посоветовать? Да, конечно. У нас, я о новинках расскажу обязательно. Мы ждем. Ну вот я вот сейчас. Вот. Я вот, честно говоря, жду, вот когда да, мы начнем говорить про них. Конечно. Есть новая процедура, аппаратная методика, аппаратная услуга. Называется гидрофейшл. 3 в 1, можно сказать. Улучшение кожи лица, антивозрастная методика, увлажняющая, очищающая. То есть комплекс сывороток на этом аппарате используется великолепных. И такая услуга, такая процедура даст именно такой результат, когда мы хотим все и сразу. Да, да, да. Вот. И без длительного реабилитационного периода. То есть кожа засияет, кожа будет красивая, увлажненная, помолодевшая как раз к Новому году. Пора меняться к лучшему, дорогие друзья, и готовиться к праздникам вместе с Family Lab. Узнаем еще некоторые рекомендации от Оксаны Борьковой, врача-косметолога, и поговорим с нашими гостями буквально через полминутки полезной информации. У нас сегодня прямой эфир с семейным центром Family Lab. Я Татьяна Ларина, Светлана Никифорова, моя соведущая, что всегда-всегда приятно. И у нас в гостях Алена Козырева, создатель и руководитель Family Lab, а также Светлана Сулайн, руководитель проекта «Забота о клиенте». О заботе тоже сегодня говорим. И Оксана Борькова, ведущий врач-косметолог. Оксана, кстати говоря, учитывая, что у нас зима уже стремительно приближается, холодает, есть ли вот какие-то у вас универсальные рекомендации по образу жизни для наших слушателей? Да, и хотела бы отметить, что ну, не только женщины, не только женщинам и мужчинам ухаживать нужно, обязательно нужно, в том числе за кожей лица, да, помимо всего прочего, увлажняющие процедуры. Уходовых процедур очень много у нас, в том числе на косметике, Фитомир, да, в нашем партнере. Вот. Помимо этого, пить много воды, конечно, правильно питаться, заниматься спортом по возможности, да. Это все хочу проговорить, потому что все-таки нужен комплексный подход к нашему здоровью, да, осознанный подход. И у нас в нашем клубе, в клубе Family Lab, это все есть, все без исключений.
заметим, помимо возможности расслабиться полностью, есть и возможность каких-то физических нагрузок, да? Да. То есть да. есть какие-то групповые программы. Да, да. Спорт. И групповые программы, спортивные программы, спортивный тренажерный зал, бассейн. И должна заметить, что на консультации, да, на разговор, при разговоре с врачом мы составляем индивидуальную программу. Вот, для каждого без исключения. Я добавлю, здесь нам очень помогает тестирование наших клиентов. Угу. Приветственное тестирование. Да. Тестирование. А тестирование у нас проходит тоже очень интересно. Это в рамках нашего сервисного, так скажем, документа. Какое-то у вас уникальное да. какое-то уникальное, тестирование. Да. У нас есть три аромата, которые стоят на стойке ресепшн, и когда к нам приходят гости, значит, ароматы, соответственно, характеризуют активацию, либо релакс, либо оздоровление. И мы предлагаем впервые пришедшим гостям, и не впервые пришедшим, потому что настроение может меняться время от времени, и потребность может меняться у людей. Предлагаем ознакомиться с этими ароматами и сказать, какой ему наиболее понравился. И вы знаете, как правило, мы попадаем всегда вот в десятку да, с желаниями, потребностями наших гостей. То есть человек сам неосознанно выбирает какой-то аромат и выбирает тем самым свою цель и свою потребность. То есть либо это активация, либо расслабление, релакс, либо очень оздоровление. Очень интересное тестирование. А, да. И при наличии такого огромного спектра услуг и нашим менеджерам, и специалистам уже гораздо проще работать с этим гостем, то есть мы уже понимаем, какую сферу ему нужно показать более, так скажем, что в его потребности на сегодняшний день входит и какие задачи он должен для себя решить. Поэтому показать все сразу и все сразу представить, наверное, все-таки тоже наш клуб настолько обширен, что невозможно это сделать. А вот идти от потребностей, от задач, это у нас обязательно принято в нашем клубе. Это как раз та самая забота о нашем госте. То есть очень интересный тест. Вот, честно говоря, даже захотелось к вам прийти, несмотря на то, что я профессиональный тренер-реабилитолог, и для меня это интересно очень тестирование, потому что можно по вкусовым качествам, да, определить уже, какое у тебя настроение. Ну, помимо того, что мы видим, да, но мы еще можем одевать какие-то различные маски, а здесь уже аромат не обманет, да. То есть вот здесь очень интересная такая изюминка, еще одна из изюминок, которых очень много. Правильно, потому что как много в нашей жизни завязано на запахах и зависит от запахов. Да. Вот так вот радуем людей сегодня мы и подарками. Напоминаю, что у нас есть подарки, и мы их сегодня уже два разыграли, и, может быть, еще разыграем, да? А тому, кто дозвонится по номеру 300-190 и задаст самый интересный вопрос, тот человек получит подарки от Family Lab. Итак, 300-190, звоните, спрашивайте. Ну, а у нас тоже есть много-много вопросов, в частности, о подготовке к Новому году. И о новинках 2020. Очень интересно. Клиент приходит, аромат слушает, скажем так, слышит его, вы понимаете, что ему предложить, попадаете в десятку, но 2020 романтичнее и интереснее. Расскажите, что ждет, потому что вот лично мы с Татьяной уже на таких вот в ожидании, предвкушении. Ох да, ох да. Ну, наверное, я расскажу, да. Клуб наш на рынке Тверском представлен уже 5-й год. Так сложилось, что каждый год нашей работы имеет свое посвящение. Первый год работы нашей был женским, посвящен был женщинам. Почему? Потому что после открытия основной спектр услуг был направлен на женскую аудиторию, и этот год был объявлен женским. Это был 2017 год. 2018 год, в этот самый год у нас появилась новая такая, даже не сказать услуга, а целый блок такой детский, это детский клуб летний. Совместно с нашими партнерами, Тверским театром юного зрителя, мы создали этот детский клуб, где идет развитие, оздоровление детей, посещение различных интересных мест города. То есть это типа лагеря у вас получается летнего? Или как? Ну, это детский клуб, дневного пребывания. Детки приходят утром, уходят вечером. Соответственно, в течение дня они проходят много-много интересных вещей. И в соляной комнате оздоравливаются, и на нашем искусственном солнышке принимают абсолютно безвредные солнечные ванны, что, в общем-то, укрепляет и детские кости, и иммунитет, то есть готовится к новому учебному году очень эффективно.
Вот. И этот год, 18-й, был объявлен детским. 19-й год, как раз накануне этого года, мы провели ряд мероприятий в своем клубе, немного изменили логистику клуба, добавили мужских услуг, а именно обновили тренажерный зал, сделали больше силовых тренажеров, сделали русскую парилку с вениками и еще ряд услуг, которые больше направлены на мужскую аудиторию. Соответственно, 19-й год, он весь у нас был посвящен мужчинам. Для них были тоже и определенные специальные предложения, и бонусы, и также новые услуги. И вот 4-й год работы, 2020-й, он объединит, приумножит и подытожит все предыдущие года. Этот год будет посвящен семье, любви и верности. Вот. И что очень интересно, у нас созрела такая тема года. Называется она «Кругосветка с фэмили». Так, вот тут, пожалуйста, поподробнее. Да, то есть мы с 1 января, вернее, со 2 января, с первого дня работы в следующем году, мы начинаем кругосветное путешествие вместе с нашими гостями. Каждые 2 месяца мы будем посещать новый континент. Соответственно, в январе мы отправимся в Европу, в марте мы переместимся в Азию, в мае в Америку и так далее. Ну, могу все континенты перечислить по порядку, но думаю, пусть останется немного интриги. Соответственно, в рамках путешествия от континента к континенту каждую неделю мы будем посещать какую-то страну. Соответственно, весь январь и февраль мы будем посещать 8 стран европейских. Они будут и настоящие страны, и вымышленные. Первая неделя января, естественно, какая у нас страна? Это Лапландия. Скажу сразу нашим будущим гостям январским, что всю неделю, но она будет, правда, коротенькая такая, да, то есть она будет у нас со 2-го, да, по-моему, по 6-е. Она будет всего 5 дней, это неделя первая. А в ней это будет неделя Лапландии, и в нашем клубе будут жить настоящие Дед Мороз и Снегурочка. То есть я понимаю, это я хотела ехать в Финляндию, в Лапландию, приедем тогда к вам. Ну, для тех, кто не может поехать на настоящую родину Санта-Клауса или Дед Мороза, пожалуйста, приходите к нам. У нас это будет тоже возможно. Я не буду рассказывать сейчас абсолютно все, что мы задумали в связи с этим. Это будут и новые фирменные блюда в нашем ресторане, и соответствующие теме Welcome Drink. Первые 2 месяца это будет безалкогольный глинтвейн. Если кто не знает, у нас в клубе представлен welcome drink бесплатный постоянно. Да? В зимнее время это горячие напитки, в летнее время это прохладительные напитки. Безалкогольные, которые гость любой может абсолютно бесплатно попробовать у нас в клубе. В любое время? Да, да, пожалуйста. Соответственно, будут детали в костюмах рецепционистов, спа-специалистов, соответственно, той стране, в которой мы сейчас пребываем. Все наши специальные предложения и розыгрыш лотереи, все будет связано с темой страны, в которой мы на данный момент находимся. Очень будет интересная литовская неделя, которая будет второй. Очень интересная будет в феврале французская неделя. Там будет и наш партнер Фитомир со своим брендом. И там будет еще ряд таких очень интересных мероприятий. И самое хорошее такое, на мой взгляд, направление, которое мы восстанавливаем в нашем клубе, оно немножко было утрачено, сейчас мы его восстанавливаем в 2020-м. Это наши клубные мероприятия. Мы, как бы то ни было, все-таки клуб. Поэтому будут интереснейшие клубные мероприятия для наших гостей. Попродолжим с подробностями и с новинками 2020 с Family Lab через музыкальную паузу. У нас прямой эфир. В прямом эфире много всего сегодня интересного, много полезной информации. Мы сегодня узнаем о том, как прийти к гармонии души и тела, как уметь правильно отдыхать в семейном центре Family Lab, а также как создавать для наших слушателей праздничное предновогоднее настроение. Сегодня у нас есть подарки новогодние, у нас есть символ наступающего 2020 года. Это кто? Наша мышка. Мышонок. Наш третий соведущий. Белый и пушистый, и мы уже очень его любим. И у нас есть еще подарки от Family Lab. У нас есть телефонный звонок на номер 300-190 и вопрос от нашего слушателя. Алло, здравствуйте. 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 Как вас зовут?
Меня зовут Тамара. Тамара, а бывали ли вы уже в центре Family Lab? Нет, я еще там не была, потому что у меня есть вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть же люди, у которых есть там проблемы со здоровьем, да? Вот. Как вот узнать, что все ваши услуги или мелкие мероприятия, что вы предлагаете, что, ну, то, что они как бы безопасны, да? Да. Нужно к своему врачу сходить или узнать, что там у вас делается? Или вот как будут такие вот пожелания, если, допустим, я приду к вам, а вот у меня есть проблемы? Да. Тамара, не кладите трубочку, оставайтесь на линии. Давайте как раз узнаем у врача, который присутствует здесь. Да, хочу ответить на этот вопрос. Очень хороший вопрос, Тамара. Оксана Баркова. Да. У нас есть врачи, спа-терапевты, спа-координаторы, которые проведут консультацию, выявят все индивидуальные особенности вашего организма, противопоказания, если они есть, и порекомендуют, посоветуют очень профессионально все, что именно вам подходит индивидуально. Приходите, приходите, будем вас ждать. Спасибо большое, это очень важно, это и очень хорошо, что так. Будем вас ждать. Так. Ну, то есть ваши услуги, они и безопасны, и приятны. И... В первую очередь. Подарим нашей слушательнице подарок? Вот хороший вопрос. Да, я думаю, что вопрос, да, достойный, и очень радостно, что люди разных возрастов интересуются нашими услугами. У нас на самом деле нет ограничений по возрасту. У нас все для себя могут найти те услуги, которые подходят им. Поэтому, Тамара, я бы хотела вас... наградить призом от компании Family Lab, от спа-клуба Family Lab, вот в таком новогоднем конвертике. Здесь у нас неделя, каникулы вместе с Family Lab. Ничего со 2 по 8 января можно прийти всей семьей к нам в комплекс и воспользоваться услугами, которые входят уже в гостевое посещение: бассейн, джакузи, финская сауна, хамам и тренажерный зал. Тамара, мы вас ждем. Как здорово. И поздравляем. Поздравляем, Тамара. С наступающим праздником, Тамара, и всех наших слушателей. Будете нас слушать внимательно и звонить 300-190, будете выигрывать у нас призы в программе «Тема дня». Продолжим про новинки. Так. Что же еще интересного? Да, мы поняли, что у вас каждые 2 месяца будет интересное мероприятие, проводимое по разным континентам. Да. А какие еще такие интересные фишечки, например, будут для мужчин? Так как все равно женщины больше как бы интересуются, да? То есть женщина, но все-таки вторая половинка тоже же должна, да? Женщина же как одна ходит в зал, а другая контролирует за мужчиной. Вот чтобы она успокоилась и не контролировала, а была спокойна, что мужчина в вашем центре. Что такого интересного у вас будет? Ну, помимо всего того, что было уже для мужчин, это и тренажерный зал хорошо оборудованный, это русская баня, парение с веником. Многие мужчины любят турецкий хамам, что тоже очень мы рекомендуем. У нас появляются новые виды массажа, которые будут полезны и мужчинам, в том числе. Косметологов тоже мужчины стали любить, и совершенно правильно, достаточно посмотреть на нашего с вами президента Владимира Владимировича, да, и мы понимаем, что какой сейчас вот мощнейший тренд именно ухода за собой мужской половины человечества. Мужчина не должен думать о том, что это только женская приоритет. Нет, ни в коем случае. Сейчас он должен это... прийти обязательно. Обязательно. Проконсультироваться и понять, что косметология – это не только для женщины, это для мужчины тоже, потому что уход важен для всех. Конечно, и важно, чтобы не боялись мужчины посещать косметолога, потому что в их понимании, возможно, мы там какую-то боль причиняем, да, какие-то агрессивные методики, совершенно не так. Можно ухаживать за лицом, и достаточно приятные процедуры, и очень эффективные. Дорогие друзья, у нас сегодня программа «Тема дня» по пятницам. И есть у меня очень важная информация по поводу предстоящего мероприятия в нашем городе. Мы с Светланой очень любим и поддерживаем детское творчество и полезные добрые дела. Приходите на благотворительный концерт «Нити добра 2019» и поддержите особенных невероятно талантливых детей. 24 ноября в 17:00 в Театре юного зрителя мы
можем сделать новый шаг и убрать все барьеры, которые мешают людям понимать друг друга и помогать друг другу. Организатором концерта при поддержке благотворительного фонда «Добрый мир» выступает сеть танцевальных студий «Бродвей». В программе также выступления коллективов, студия танцев «Круиз», «Триумф», «Славяне», «Атмосфера», «Летите, голуби», «Angel Dance», «Сюрприз». Прекрасная идея фестиваля – это объединение на одной сцене коллективов детей с особенностями в здоровье плюс здоровых ребят, воспитанников разных танцевальных студий нашего города, которые все решили объединиться для того, чтобы сделать что-то хорошее, что-то прекрасное для детей. Все собранные средства будут направлены на оказание помощи подопечным фонда «Добрый мир». Придем на это мероприятие? Конечно, придем. Посмотрим на прекрасные танцы детей. Ну, а у нас сейчас уходим на рекламу, после которой обязательно вернемся к беседе с центром «Фэмили Лаб». О новинках 2020. Сегодня очень интересная программа. У нас в гостях Family Lab Алена Козырева, создатель, генеральный директор, Светлана Сулайна, руководитель проекта «Забота о клиенте» от Family Lab, а также Оксана Борькова. Сегодня и консультации врача мы тоже послушали в эфире, что они нам рекомендуют. Да, новинки 2020. Я увижу на нашем столе сертификаты, на которые можно, наверное, приобрести ваши новинки, которые вы представите 2020. В том числе. В том числе? В том числе и новинки, да. Подарочные сертификаты – это прям наша самая любимая тема, так скажем. Подарочные сертификаты у нас есть в различных видах. Можно приобрести абсолютно любую услугу Family Lab в виде подарочного сертификата. Но если вы растерялись, потерялись, не знаете, что человеку подарить, у нас есть уже номинальный сертификат на определенную сумму. Хочу заметить, не зря взяла в руки сертификат именно с таким номиналом. А опять же, для того, чтобы опровергнуть тот миф, вопрос, который прозвучал у нас в эфире, да, что у нас очень дорогостоящие процедуры. Нет, даже вот на этот номинал мы можем приобрести несколько услуг наших. То есть на 1000 рублей можно приобрести несколько услуг, да, в вашем центре. Да. Напомните адрес центра. Улица Крылова, дом 16, 57-57-11. Также я прошу вас, потенциальные наши гости, заходить на наш сайт familylab-spa.ru, а также быть гостями наших соцсетей, где мы всегда публикуем различные новости и новинки в услугах. Ну, или же всегда можно позвонить на ваш номер телефона, да? И ваши прекрасные администраторы ответят на любой звонок. Конечно. И расскажут, что и как. Плюс у вас есть интересное кафе, где проходят всякие различные мероприятия, где можно вкусно покушать, различные мастер-классы, беседы, да? Да, да? Да, все верно. И в преддверии Нового года, опять же, корпоративы, банкеты, праздники, бизнес-встречи. Это все можно организовать на территории нашего кафе. Поэтому остались еще свободные даты, когда можно забронировать время. Также у нас есть доставка. Доставка как нашего основного меню, так и бизнес-ланчи, которые у нас вкусные и довольно-таки бюджетные по стоимости. И также можно заказать несколько вариантов рационов здорового питания. Тоже на доставку. Приглашаем. Приходите в Family Lab обязательно. Приходите самостоятельно, одни, либо всей семьей. Воспользуйтесь всеми этими чудесными услугами. Это того стоит. Я вот уже собралась. В течение недели обязательно попробую. Спасибо нашим гостям. За то, что к нам пришли, за подарки для наших слушателей, оставили их довольными и счастливыми. И для нас. У нас теперь есть мыша. Спасибо, Family Lab. И предновогоднее настроение у нас есть. Благодарим за то, что вы пришли. Приглашаем вас еще. Будем рады вашему приходу. Спасибо. С наступающим. Спасибо. 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 Спасибо всем.